Этот проект — это мечта. Это мечта открыть для себя свою же страну. Это мечта показать людям то, какая она на самом деле. Без прикрас, без стереотипов, без всего того, что обычно накладывает на нее и наше общество, и зарубежное тем более. Идея, которая родилась у нас, основная ее цель — вдохновить людей, в первую очередь россиян, на исследование своей же собственной страны и культуры внутри, здесь. Без всяких прикрас, без стереотипов. Очень хочется, чтобы люди посмотрели наконец-таки на Россию именно такими глазами и именно под тем углом, под каким на самом деле Россия сейчас и существует. Потому что очень много надуманных, возможно, вещей, очень надуманных мыслей, каких-то ярлыков, которые накладываются на нее. И этим проектом, этой идеей нам очень хотелось показать, что все, что люди знают о России сейчас, как правило, далеко от реальности, это искусственно. И хотелось, чтобы Россия родилась для них заново, чтобы они открыли ее в своем же собственном сердце. Помимо ребят, студийцев, которые у нас участвуют, есть огромное количество людей, совершенно сторонних, которые не принимают, возможно, какого-то прямого действия в создании проекта, но тем не менее какими-то, возможно, маленькими шажками, какими-то маленькими, не знаю, маленькой помощью рождают вот эту вот глобальную сеть мира, добра, любви, понимания себя, понимания своей культуры. Это классно. Я уверена, что в рамках этого проекта мы сможем зажечь сердца людей на исследование своей же собственной страны. Мы сможем сподвигнуть их встать с кресел своих каких-то обыденных реальностей и отправиться исследовать, открывать новые миры, новые пространства и вселенные в своей же собственной стране. Поскольку все-таки цель проекта — это показать, что весь мир можно найти в России, и, соответственно, этот же весь мир можно найти внутри себя самих. Говорить более конкретно по результатам проекта, уверена, что мы сможем стать той самой необходимой платформой, которая сможет объединить огромное количество людей, таких же интересных, творческих, креативных, которые также стремятся показать свою страну, ее красоты, ее прекрасы, которые уже начали, либо только планируют открыть какие-то свои проекты, направленные на популяризацию этого культурного исторического достояния. И я уверена, что в рамках нашего проекта и нашей студии мы сможем стать той самой объединяющей силой, которая соберет маленькие элементы этой системы в одну большую, такую стабильную, креативную, творческую группу, которая будет вместе, рука об руку, изменять мир в лучшую сторону и самих себя в первую очередь тоже.